Вот что можно разрезать обычной бумагой. На очереди пластиковая крышка от бутылки. Но я думаю, уж тут-то бумага вряд ли справится. Но вот постойте, даже с пластиком она справляется. И хотя мы видим, что диск немного гнется, он все равно остается целым. И теперь проверка в реальных условиях. Если при строительстве под рукой нет нужного инструмента, можно ли бумагой отрезать пластиковую трубу? И да, такой способ можно действительно использовать. И самое невероятное, получится ли с помощью бумаги разрезать деревянный брусок? Кажется, что лист вот-вот порвется от нагрузки. Он сильно изгибается, будто сейчас не выдержит. Но дерево все-таки поддается. И даже такой толстый брусок получается разрезать. Это самые гениальные лайфхаки. А если у кружки откололась ручка, то нам показывают, что ее можно сделать из детской игрушки. Просто берем похожую игрушку и приклеиваем ее суперклеем. И новая ручка готова. Вот как с помощью слайма можно очистить клавиатуру или другие труднодоступные места. Просто кладем слайм, и вся грязь сама к нему прилипнет. Это самые гениальные лайфхаки, и напиши, какой из них тебе понравился больше всего. А если в общественном транспорте все поручни заняты, можно использовать вантус. Но действительно, кто же из нас его с собой не возит? А тут нам показывают, что если привязать телефон к обычной вешалке и запустить его в небо, то получится бумеранг, который заснимет крутые кадры. Остается надеяться, что все пойдет по плану и телефон точно к нам вернется. Ну а если мы попали в дождь и вся наша обувь промокла, но если вот так установить трубу и поставив фен, можно быстро высушить кроссовки.